Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Вот, вы только посмотрите, это мои покупки из моих любимых магазинов. Сейчас будем делать распаковку. Ну, здравствуйте! Наконец-то у меня нашлась возможность, буквально вот несколько, тут мне, ну, может быть, максимум час, чтобы вам снять то, что я купила. Никак не могла снять, потому что телефон занят. Так, я вот тут со своим обновленным луком, как мадам Грицицуева, по-моему. Не знаю, пока не могу привыкнуть. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Так, это не то. Так, с чего же мне начать? Мы начнем вот с этого, с малого. Вот такие, видите, экологически, как, чистые, или как сказать, такие пакеты вот они выпускают, чтобы они, которые разлагаются быстро в природе. Так, вот посмотрите, вот такие я кружева купила, вот серенькие такие. Видно вам? Или я должна поближе сесть? Тин-тин-тин. Я на полу уместилась, мне тут удобнее. Хотя можно и за стол перейти. Вот такое кружево. Стоит где-то 20 рублей метр. Это я помню. Нет, чуть больше. 220 я заплатила, а там 9 метров. Ну, подороже немножечко. Вот я купила в одном из магазинов вот такие нагруднички. Видите, вот как у меня. Это у меня такая ночная рубашка. Ну, такое ночная рубашка. Можно и по дому ходить. Я по дому хожу в таком. Неплохое, в принципе. Так, это Fashion Touch называется магазин, где я купила вот такие вот дизайн, вот типа как вот это, да, но это вот на курту пришивать такое, вот видите, вот такое. Я когда покупала, делала видео, вы, наверное, видели это видео. Вот такое зеленоватое, вот сюда можно будет, вот если контрастное что-то, сюда, для того, чтобы было более ярко, вот сюда можно такую же ткань подставить. И тогда оно будет более выделяться рисунок. Вот сиреневую такую я купила. И такая серенькая. Это стоит 250 рупий. Но это так, как это wholesale. 250 рупий мне стоит, ну, я буду продавать, если я буду кому-то ставить. Ну, рупий за 300, мне хотя бы 50 рупий нужно же заработать. Вот. Складываю сюда. Больше. Больше, Светлана говорит, вот бизнесмен. Это же, ты на самолете проехала, это сколько бензина ушло туда ехать. Да, бензина ушло, я же не считаю, что это бензин. Ну да, Сюзанна. Бензин же бесплатно, все это считать надо, это минимум 300 рупий, 400 рупий больше на каждой. На каждой? А кто у меня купит? Это тебе не Бомбей. Мне тут платье укоротили, нужно было срочно пойти, нужно было новое платье одеть. Челка у меня это такая, надо ее немножечко подстричь, наверное. Нужно было платье срочно укоротить. Представляете, 200 рупий взяли укоротить платье. У нас это стоит. Если просто я заранее знала, я бы уже там руками как-то его подшила. А у нас это стоит, ну, делая сколько, ну, 50 рупий, наверное, максимум укоротить платье. А здесь вот взяли 250, по-моему, заплатил водитель. Так, вот такую я взяла красотуню. Такая красотунечка. Не буду я доставать из пакета.
вот так я вам показываю. Или достать, или не достать. Так, бизнесмен, я тебе дам, ты продашь. Не надо покупать, если не можешь продавать. Вот такая, видите. Так я не хотела покупать, я думала, пойду себе куплю только там буквально на свои какие-то суты, которые мне нужно, кружево, куплю себе, вот если только что-то очень понравится. Ну это вот мне, видите, я не могу себя сдержать, у меня, наверное, сила воли не очень такая хорошая. Кстати, вот под вот этот я подобрала, сейчас покажу, прям вообще. Не тут. Ну, короче, отложу в сторонку. Под него я точно подобрала вот такое кружево. Вот как вот здесь. Потому что это ж только вот горловиночка такая, да, вот как бы вот здесь, в этом месте будет. Вот. Ну а потом по горловине, там на рукавах где-то, или внизу где-то нужно будет какое-то кружево подходящее. И вот как вот здесь, вот такая, видите, вот такие зубчики. Вот точно такое я купила. Я вам покажу потом. Не помню, куда-то тут положила. Так, вот это вот очень красивое, дорогое, конечно. Вот такое, видите? Это дорогое. 750, ну, продавать, естественно, буду дороже, если кто-то купит. Но у нас в Билайн это не совсем реально. Ну, такое бизнес, что поделаешь. Так, следующий. Вот этот. Почему тут ничего не написано, не знаю. А, это я купила вот такие, ну как ценники, да, такие стикеры. И такие вот побольше. Вот на кухню тоже на баночке стикеры купила. В общем, купила. Хотя у нас в Билайн тоже продается, ну. Купила здесь. Там целая улица от концтоваров. И вот я взяла. Так, вот такое кружево. Ну, вот это вот два простых. Так, а какие же это я покупала? Скажите, пожалуйста, почему я их разложила в разные мешки? Ну, это вот такое кружево сейчас в последнее время очень модно. Вот такие. Оно дешевенькое. Не помню почем. Надо посмотреть бил. Вот такое. Ну, такое же, типа, такое же самое, только это вот в таком цвете. Такой медный цвет. Медный цвет, как я. Вот. Не помню, сколько там. 9 метров. Ну, наверное, тоже рупий 250. Вот так стоит, наверное. Моток 9 метров. Вот такое. Это, естественно, подороже. Вот, видите? Такие зеркала вставлены, вот такая тесьма. Видно вам? Не знаю, шумит, не шумит, тут вентилятор, но без вентилятора жарко. Так, далее. Это вот такие пайетки. Не хотелось разрывать. Вот видите, вот такие пайеточки. Поближе подарком. Вот видите. Это вот хорошо по краю платья. У меня одно платье есть, готовое я покупала. Вам очень понравилось, кстати. Ну, вот там вот такого типа пайеточки там, это, на, по низу пришиты. Так, ну вот.
Это все, что с того магазина. А вот еще, смотрите, какие пуговицы красивые. Вот тут целый набор. Раз, два, три, четыре, пять. 10 штук разных цветов. Видите, 10 штук разных цветов и по 6 штучек. Вот такие вот декоративные пуговички. Я купила, по-моему, не знаю, 300 рупий, по-моему, я купила вот это все. Надо смотреть белый. Так, этот пакет пустой. Это потом я вам покажу. Это не то, что я покупала в этих магазинах. Так. Далее. Вот тот бил, я сюда и сложу, потому что мне все это потом нужно записать. Сейчас я не буду тратить время на записи. Вот, пожалуйста, вот такая ткань. Ой, вот такие. Вот такое кружево. Девять метров стоит 300 рупий. Это я не знаю. Что-то у меня не записано. Ну, не знаю. Ну, это дешевое какое-то. Вот такая просто вот золотистая такая тесьма. Вот видите, золотистая вот такая тесьма. Не знаю. Не помню, не знаю. Так, и вот. А, вот есть. О, ну не так дешево, слушайте, я там где-то видела довольно дешево, а это вот стоит 250 рупий, но тут 18 метров. То есть это 20 ярдов, тут в ярдах измеряется. Английское наследие в ярдах измеряется. Вот такой пич, у меня, я купила пич колор, персиковый. Тут у вас какой-то он не такой. Вообще он персиковый. Я купила персиковую ткань себе на курта. Поэтому купила и это. Так. Это вот в отдельный мешочек. В этот же и положу, чтобы помнить и знать. Так, вот, пожалуйста. Какая красотища. Это 440 стоит, но, естественно, буду продавать дороже. Вот такое. Красота? Красота. Правда, это не очень такое качественное. Это не пришитый бисер. Вот так показываю вам. Он приклеенный. Вот пришла моя критик. Фишер, без правила? Нет. Они, кажется, вчера еще больше ты их положила. Не, ну на палец стоял надо, но они же должны в чем-то, они же не нам. Да не big fry, как пурги делают. Они что делают? Сказали, что ты так вчера делала. Не так делала. Они как-то так делают. Уже делают? Да, уже делают. Так они Тима принесли? А, не, не свежую. Салю делают. Ну, салу еще есть. Он просто гейк-фрай делает, он говорит, ты совсем по-другому, раньше ты с меда делала вот это, теперь они еще тель берут на руки, потому что будут эти пирожки делать. Еще и гейк-фрай они делают, вообще это же ужас какой. Ну пусть они несколько пирожков только сделают, там еще вчерашние остались. Нет, только я сказала. И это, и там же с мяса, они же должны Тима купить были. Давай я с Тима сделаю. Так, подождите, нужно мне пойти разобраться. Так, простите меня за остановку. Ходила пирожки. Я научила Сюзанна-нового повара пирожки делать.
И вот он сейчас начал делать пирожки сам. Я вообще-то сегодня беляши собиралась делать, но они до сих пор не принесли фарш. Поэтому пирожки начали с картошкой делать. А вот, как я вчера делала. И вот он сам там делает, конечно, не так немножко, как я его учила. Но, тем не менее, что-то там у него получается, что-то он там жарит. А Сюзанна прибежала, увидела, что они, масло там с палец, наверное. Может, чуть больше на сковородке налили. Она говорит, мама, там что, говорит, дипфрай получается. Столько масла. Я говорю, ну, а что ты хотела? Пирожки — это не омлет. Его на маленьком количестве масла не сделаешь. Так. Вот это я вам показала. Красоту такую. Неземную. И вот тоже кружево очень интересное. Вот посмотрите, какое. Вот такое черное. И вот здесь вот камешки Сваровски. Сваровски. Вот. Вот такая красота. Так, это нужно положить мне в один пакет. В этот пакет положу. Так, далее вот это. Потом мне придется разбирать, все подписать, рассчитать каждое, чтобы я потом не била там, искала, не высчитывала, а я потом сюда стикер делаю, рассчитываю, сколько, например, стоит метр. Ну и тогда, чтобы мне легче было разбираться. Так. Вот такие кружева. Он написал номер один. И в биле, в этом чеке, он тоже написал номер один и почем. Ну вот я вам сейчас покажу. Вот таких кружев я набрала. Посмотрите, какая нежность. Вот такие тоненькие. Часто вот бывает, нужно пришивать где-то по горловинке. Видите? Вот такие цвета. Не знаю, сколько стоит, но это недорогие. Так, сюда. Это я желтый купила, мне надо желтый. Ну, обыкновенный такой. Лес. Ну, я так говорю, лес такой в мужском роде, потому что это называется по-английски лес. Ну, вот такой вот. Просто это мне именно нужно желтый. Вот именно такой цвет желтый нужен. Вот купила, посмотрите, какая красота. Я вам покажу один. Вот посмотрите. Вот такая вот с пайетками, вот такое кружево. Вот я взяла три цвета. Такой серый, персиковый и розовый. Розовый, вы же говорите мне нашить себе розовых вещей. Вот я буду нашивать. Теперь попробую затолкать. Ладно, не буду заталкивать, я вам покажу все потом. Вот такие. Не хочу вытаскивать, так хорошо упаковано у меня. Это то, что по одной цене. Ну вот так вот я вам. Вот так. Вот зеленый такой, бледно-зеленый, светло-зеленый, голубой и черный. То, что по одной цене, парень мне упаковал. Все, и написал номер 3. Ну, а в чеке мне нужно будет посмотреть, что же под этим третьим номером с
открывается. На этом я прерываюсь. Покажу вам продолжение распаковки своих покупок в следующем видео, потому что видео уже получилось очень длинное. Не хочу злоупотреблять вашим вниманием. Так что, если вам понравилось, приходите завтра, и вы увидите еще много красивых вещей.